35 лет назад свою бабушку. Я вот на том, берегу, на пляжике с зеленым кругом проводил время. А сейчас вот со своей дочкой прекрасной провожу время здесь. Балаковец Сергей Хаенко уже 20 лет не живет в нашем городе, но в этом году решил показать дочке свою малую родину. Жаркие дни они проводят на городском пляже в первом микрорайоне. Малышка играет на мелководье с новыми друзьями, а ее папа вспоминает свое детство, которое прошло на этих берегах. По мне так ничего не изменилось, потому что тогда мне было очень эмоционально приятно проводить время с бабушкой в жару на воде и, собственно говоря, сейчас с ребенком. Для меня внешние вещи тогда не имели значения, сейчас они, конечно, более значимы. Сергей признается, он бывал на пляжах в разных городах и странах, поэтому имеет представление, каким должно быть место отдыха. Вся песчаная зона, поскольку это признак такого качественного, мне кажется, пляжа, чтобы были раздевалки, чтобы были душевые, кафе, вся инфраструктура, какие-то детские развлечения, то есть больше какие-то там активности, потому что дети, они же подвижные. Вскоре мечты балаковцев о комфортном месте отдыха станут реальностью. Компания «Фосагро» выделила дополнительно 170 миллионов рублей на благоустройство Балакова, и часть из этих средств пойдет на главный пляж города. На днях на берегу начала работать техника, которая достает многолетние иловые отложения из водоема, вычищая дно. Начались работы по благоустройству территории пляжа. Это в рамках соглашения на финансовые средства, которые выделил «Фосагро». Благоустройство будет проводиться с обоих сторон, с двух сторон, со стороны первого микрорайона мы ограничимся дноуглублением, очисткой дна и завозом песка. Со стороны второго микрорайона «Дельфина» мы также будем делать дноуглубление, очистку, но там будут установлены декоративные элементы. Деревянные настилы, теневые завесы, обустроенные спуски к воде, комната матери и ребенка, душевые, раздевалки, санитарные комнаты и спортивные площадки – все это появится на берегу водоема уже в этом году. Сроки на выполнение работ у нас максимальные до 30 сентября. Сроки зависят от поставки малых архитектурных форм. Вопрос погодных условий, потому что объем, сами видите, большой. Если погодные условия будут позволять, то, думаю, мы раньше срока закончим. Сейчас работы проводятся со стороны первого микрорайона, поскольку летний сезон в разгаре, и надо дать возможность балаковцам использовать жаркие дни для купания на основном пляже. Но не стоит забывать о том, что заходить в воду можно только в разрешенных местах. Это требование останется и после благоустройства. У нас транзитный водоем, через него идет вода. Там находятся у нас водопропускные трубы с этой стороны и с той. Дно не очень хорошее по глубинам, поэтому все-таки жителям рекомендуем купаться именно по центральной части, где более для этого благоприятно. Балаковцы давно просили привести в порядок местные пляжи, но такие масштабные проекты одному городскому бюджету не потянуть. Но когда на помощь приходит социально ответственное предприятие, все трудности по плечу. И благодаря поддержке компании «Фосагро» совсем скоро фраза «Живем на Волге, а искупаться негде» уйдет в прошлое.